я из новостей узнал о существовании в вашем городе памятника Иосифу Кобзону, после того, как он был раскрашен голубой и желтой краской, да? Как вообще к этому памятнику горожане относятся, да? То есть, ну, это необычный памятник живому человеку, да? А во-вторых, вот, как вы относитесь к тому, что раскрасили памятник? Не знаю, как это. Ну, наверное, это не совсем хорошо. Я говорю о том, что этот человек, да, никаким образом не относится, да, к политической ситуации в сегодняшней стране. Ну, я считаю, что если человек даже при жизни многое сделал и вообще важен для этого региона, то ему даже при жизни можно поставить памятник. А к тому, что его разукрашивают, ну, мне кажется, что это можно назвать тоже вандализмом, потому что все-таки это памятник. Я, конечно, понимаю, что это выражение своих собственных мыслей и все такое, но мне кажется, разукрашивать памятники – это уже слишком. А вообще, с чем это связано, то, что здесь памятник Кобзону находится? Он сам из Донецкой области, и поэтому в честь его стоит, здесь находится памятник. Он поставлен был в советское время. А, еще в советское время? Да, да. Ну, вы знаете, памятник есть памятник, и это самое, пачкать его разные цвета, я считаю, что это просто неправильно. А за что Кобзона его здесь поставили? Ну как, он из Украины же, он же родился в Украине. Понятно. Он наш. А то есть его отмывали 2 дня подряд? Да. А, ну я смотрю, ну, уже так быстро отмывали, оказывается. Да, его уже отмывают в 7 утра. А это что, традиция просто стала? Нет, это вот может в связи протест какой-то, знаете, в связи с событиями, которые проходят у нас в государстве, скорее всего. Но это... Вроде бы он наш земляк, да, а основную деятельность свою он развила Россия, может поэтому так протест молодежь выявляет свою.